И мы возвращаемся, наконец-то. Мне просто писали ВКонтакте, а я не смотрел туда. Извиняюсь, все, погнали. Team Gablack против... Хорошее название. У команд... Сейчас посмотрю, кто это играет. Я уже забыл немножко. Team Gablack против Учиха 13. Первый бан Team Gablack забанят снова ЕСа. И Учиха 13 отвечают, сейчас будут отвечать героям. Нет, смотри, все-таки Некр в бане и Эрд Спирит в бане. Довольно-таки интересная бана на самом деле, но я не понимаю, зачем забанили Эрд Спирита, потому что, по-моему, в этом турнире, если не ошибаюсь, Эрдспирита не было в принципе. Ну, в принципе, не было, но Учиха 13, опытные игроки, там я посмотрел, 7400 есть Ага. даже. Поэтому, думаю, 7К пацаны научились играть на этом герое и Ну бояться. смотри, все-таки тут же забанили Инвокера. Инвокер довольно сильный герой и довольно разносторонний. То есть он может как ганкать, как и стоять в миде, как и... Ну, действительно, он может делать практически все. И поэтому действительно имело место быть его забанить. Я так считаю. Ну, на первой стадии бы его не забрали, можно было бы его банить во второй, но мало ли такие эти команды, которые уже очень опытные и берут сразу же в первой стадии. Учиха 13 отвечает баном Тинкера и первый пик Team Gablack. Наблюдаем. Уже дополнительное время пошло. Очень интересно. И берут Сан Кинга. Учиха 13 сразу же отвечает андайнгом. И отвечает сразу же личом. Очень хорошая связка саппортов. И Тим Габлак тоже сразу же отвечает троллем, которым только что выиграл почти в соло игру. Очень интересно. Показывают снова своего сигнатурного героя. Быстро идут пики, идут быстро баны. Очень. Команды же, думаю, готовы друг к другу. Вайпер в бане, Веник в бане. Также забанили Пугну. И третий пик. Клокверк забирается у Тихо 13. И Тим Габлак отвечает котлом. И четвертый пик. Ожидаем. В принципе, той и той команды очень хорошие пикнутые были герои. Санкин, который может пойти как и на четверку, так и в хард. Клокверк, Лич. И добирается Учиха 13 Лина, которая, скорее всего, пойдет мид. Team Gablack, четвертый пик. Кого же сейчас они покажут? Может, они возьмут хардовика, а может, Санкинг пойдет хард и сейчас пикнут очень сильную четверку. Того же может быть какого-нибудь Баланара. Думает команда, что лучше пикнуть, куда отправить Санкинга. И ожидаем. Чатик, привет. Чё так тихо, пишите. Я все вижу, все читаю.
думает команда уже около 40 секунд. Кого взять? Не берется герой Тим Голбаков, думают, уже прошла минута, думают, какой же очень герой будет смотреться в этом пике. И добирается Бэйн, да, это Сан Кинг, будет Харт, Бэйн на четверочке, Котл на пятерочке, тролль, мид или керри, и сейчас пятый бан от Учихи 13. Вивер банится. И Team Gablack отвечают баном. Думаю, надо какого-нибудь хорошего керри забанить команде Габлаков. Клокверк, скорее всего, хард. Сандайнга могут пойти, лич будет саппорт. Лина, керри забанить, который может стоять почти в соло против Санкинга, это Свен. Банится и не очень-то и хороший бан. Думаю, Свен так себе, так как в лич, ну, против Санкинга, не знаю, непонятно. И Team Gablack, пятый пик. Ожидаем. Пятый пик. Team Gablack думает. И берется Морфлинг. Очень интересно. И Учиха 13 сейчас будут отвечать. Да, это все-таки тролль медовый. Морфлинг пойдет фармить. И Учиха 13 берут последний пик. И начинаем игру. Так. И Учиха 12 забирает Манкин Кинга. Очень интересный пик. Undying, Лич, Клокер, Клина, Манкин Кинг против Сангинга, Тролля, Котла, Бэйна, Морфлинга. Посмотрим это противостояние. И интересно, пойдет ли Undying в дабле к Морфу. Морф очень слабый в начале игры. И можно его вначале очень-очень больно побить. Итак, поехали. Нажимается смог сразу же. Так, это команда. Так, ну, разобраться. Это команда блоки. Это Учиха, все. Погнали. Вязается смог команда Учиха 13. Лич сразу же ставит вардецкий мид для своего мидера. Бэйн, команда Габлаки нажали смог и пойдут, скорее всего, к Манки Кингу забирать руны и даже, может быть, убить.
Морфлинг идет наверх, там уже его ждут трое героев, даже четверо. И тут 4 на 4. В принципе, кто кого первый ФБ может сделать, даже вот Бэйн уже сразу же обходит, прям в спину. Вот это очень хороший обход. Манки Кинг, я думаю, не будет этого ожидать. Где Манки Кинг? Где-то, а, он запрятался, вот-вот-вот-вот, запрятался, увидит ли его. Видит, видит, вот он, ну-ну-ну-ну. Опа, не убили. Ой, красота, не заметили. Пацана, и он просто вкачал, принял и убежал. Да, это был очень веселый момент. Также забирают руну Морфлинга. И это три руны для команды. Нет, две руны. Все-таки две руны для команды Учиха и две руны для команды Габлак Тим. Клоперк уже нажимает батарейки, начинает напрягать Морфлинга. Морфлингу очень больно. Вкачал он перекачку. Все, пол ХП нет у Морфлинга, но имеется 8 танков. Одно уже он кушает. Котал пробегает Вардецкого нету. Тролль мид. Покупает, как в той игре, колечко в ласточку танга. Бэйн уже в ожидании может выйти на мид. Лич к нему сейчас подойдет наверх. Начинается, видят друг друга, начинается стычка саппортов. Курица пробегает. И внизу у нас будет стоять Манки Кинг против Сан Кинга. Сан Кинг, в принципе, против Манки Кинга очень будет страдать, смотря как играет Манки Кинг, я не знаю. Но посмотрим. Ну, у него, у Сан Кинга будет очень преимущество в начале, потому что Манки Кинг качал второй, чтобы выжить. И получит уровень, прокачает яд и будет напрягать жестко. В миду противостояние 2 на 2. Тролль Бэйн против Лины и Лича. Лич вкачал поедание крипочков, кушает, опыт забирает. У тролля тролль первый уровень, а у Лича уже второй. Даже у Лины первый. Морфлинг страдает, 100 хитпоинтов, 12 отнятой силы от Андайнга. Клокерк с под батарейками нажимает. Имеется тапок, добегает. Андайн кидает дикей, но, в принципе, пробить смогут или нет. Думаю, скорее всего, да, не смогут они его пробить. По Т2 давить уже не надо. Это уже называется наглость. Надо было за эту наглость наказать. Котл начинает бить. Крипочки бьют Андайнга. И умрет ли Андайн? Кончается у него сила. И вроде бы живет. Очень сложно сказать. Бежит, бежит, бежит. Скорее всего, умрет. Хилится от крипочков. Боже, сколько за ним же бежут уже. Неважно, вроде бы выживает. Сейчас может юзануть. Нет, он просто мансит в лесах. Да, очень красиво. Хорошо отыграл, выжил. Лина тем временем иду 11 на 2 против 6 на 3 у тролля. Лина чувствует себя прекрасно. Крипочки Лич его кушает. Боже мой, смотрите, вот просто армия крипов и Котл за ним бегает. Сейчас, может быть, какой-нибудь Лина поможет ему или тролль встретит. Тролль не хочет встречать, он просто бежит. Бежит с крипочками на мид. Лич подходит под инвизом. Нету первого скилла, есть броня. Нужно сейчас получить. И будет плюнуть кого-то. Тем временем нанизу Манки Кинг получает стаки со своей пассивки. И Сан Кингу уже очень-очень больно. Можно ударить, сразу стандать. Хорошо. Минус пол хп у Манки Кинга. Сейчас будет юзаться фласочкой. И хила, в принципе, у него никакого нету. А и Сан Кинга тоже. Но Сан Кингу надо быть поаккуратней. У Манки Кинга есть палка. Может по голове кинуть. В миду Лина пытается убить тролля. Дает тычечку. Отъедается, крипочки бьют, Клокер ставит хорошие коги, и Лина выживает. Ставится Вардецкий, Андайнг бежит к Морфу, начинает снова напрягать. У Андайнга по крипочкам 5-0, Морфин 8-5, у вражеского керри 18. В принципе, перефарм, видите, большой, потому что, как я и говорил, Морф очень слабый в начале, его можно очень жестко напрягать. Понятно, что он качает на первом уровне перекачку, и можно очень-очень сильно и больно напрягать. Undying. По КД кидает дикее. Забирает себе силу. Очень жирный. 900 хп. Клокверк передвигается наверх. Будет снова напрягать Морфинга. Или все-таки попробовать убить Бэйна.
Малки Кинг 23/8. Тапочек будет выход. Купил вином, купил, будет выходить фейзы. Сан Кинг пытается поиграть через яд стан, когда побить каждого крипочка, потом дать стан и типа взорвется килл. Тем временем Клокер делает соло килл на... Или не делает, боже мой, ему не хватило одного удара. И сейчас Клокер, скорее всего, будет умирать. Да, Клокер будет сейчас умирать. У Морфа есть первый скилл. Достает первая кровь, делает зелья. Хорошо. И видим, что первые три по крипочкам обыгрывает Учиха 13. Лина себя чувствует прекрасно, будет покупать себе тапочек. Нет, только что купил себе стики. Будет выход в талисман и Soul Ring. Monkey King будет покупать фейзы. И Sun King фармит, купил себе, прокачал себе песочек. В Сендере Варда Monkey King нету. И продолжаем наблюдать за этим противостоянием. Тем временем Undying идет с клокерком под смоком. Это минус Котл. Тем временем умирает тролль. Лина с личом убили через... даже без лагуны. Интересно, даже без лагуны убили тролля. Значит, тролль был очень наглый. Морфан напрягает клокер. Клокерка остается 50 хп. Undying фармит. Все у него прекрасно. 13/2. И бьет тем временем еще морфа. Monkey King фейзы. Будет выход в аквилу. Фармит спокойно. Sun King передвигается в лес, потому что против... чем больше набирает уровень Monkey King, тем больнее пассивка, палка, очень неприятно, он может тебя с палки просто сбрить очень-очень быстро. Лина передвигается на шрайн, будет пить с личом. Все у нее прекрасно, 39/6, летит в куре летит, что-нибудь в куре летит. Тапок, стики ее, да, стики ее, и талисман также, все у нее и летит. Два талисмана, будет Soul Ring выходить. Сверху тем временем начинает на драку на Undying. Undying хилится. Клокверк бежит на Морфа. И Морф умирает. Хорошая перетяжка от Клокверка. Напали на Undying. И он быстро помог и даже разменялся. Дается сон Клокверку. Сейчас будет задувать Котл. Но у Котла не хватает 5 маны. И антимах, луз до крипов. Нажимает Клоги. И Котл не угадывает, куда он пошел. И Клокверк убегает на телепорте. Тролль-варлорд юзает шрайн, имеет аквилу, больше ничего не имеет. Очень все плохо. Давайте уже переключимся на общую ценность. Видим два преимущества за Учихой. 2900 Лина, 2900 Monkey King. И даже, посмотрите, Sun King больше имеет, чем Морф. Но сейчас он может даже умереть. Стан есть, но, как я говорил, хватает урона. Пассивка в троечку. Легкий прах, и Sun King падает немножко ниже по нетворсу. Undying себя прекрасно чувствует. 2к нетворса, и у тролля большие проблемы. 1629, когда Клокверк уже скоро его догонит. 300, посмотрите, Морф 300 хитпоинтов. Сейчас он, смотрите, ударит, бац, уже 1/3 части хп нет. И Клокверк уже ожидает, типа, братан, иди сюда. Unbane фармит лесочек. Тролль. Мид покупает стики без тапка. Лина. Два талисмана есть почти. Soul Ring. Клокверк. Было нападение. Морф начинает бить Undying. Но Undying на развороте бьет. Убьет, скорее всего, Бейна. Клокверк. Клокверк. Ошибка. Надо было уходить. И Морфлинг забирает Клокверка. 2-1. Занаглели немножко. И были наказаны. Лич бегает, видит руну. Тролль ее ломает. Ботла нету. Monkey King фармит. Фейзы, аквила, вином. ПМС будет выход в саблю. Лина сейчас, скорее всего, пойдет на базу. У нее маны нету, хитпоинтов нету. Но в куре летит ей Soul Ring и Clarity. Морфлин купил себе колечко на регенерацию. Скоро будет аквила, стики есть. Немножко не хватает на аквилу. Undying
имеет базилку, вино, бьет, выход в арканы. Котл. Тапок больше ничего интересного не имеет. Лина. 300 хитпоинтов. Лич помог Лине. Клокер передвигается наверх. Наверх бегает. Бегает с транквилами. Видит, с личом будет сейчас перетяжка наверх. Снова попытка убить морфа или котла. Ну, скорее всего, котла попробует бить. Видно курицу. Курица видит клокерка. И сейчас должны пойти под вышечку протерпеть. Маленький кинг тем временем фармит. Ему никто не мешает. Полный фрифарм. 4200 нетворса. Морфа 3000. Лина также фармит мид. Очень хорошо. Имеет 4к нетворса. Будет выход Bloodstone. У тролля все плохо. 2к нетворса, тапа, как велостики. Надо как-нибудь ему камбэкнуться, убить пару киллов, каких-то личов. Но очень сложно, потому что у этих саппортов очень много брони, они мобильные. И тем временем убивают клокерка. И должны забирать, скорее всего, ондайна. 4 героя габлаков. Задувает Коттал, попадает, но не хватает немножко урона. Бейн замахивался первым скиллом, дается стан. Под шрайном это убивает все-таки Андайна. Клокер летит, начинает нажимать батарейщики. Лина дает прокаст. И есть еще лагуна, можно забрать Санкинга. Но Санкинга есть песок и стан. Скорее всего, должен уйти. Да, уходит стан. Морфлинг видит Лину. Лина видит Морфлинга. Можно дать лагуну, но перекачка уже вкачана на троечку. Клокер закрывает когами морфа. Начинает бить клокерка. Клокерка спасает рейндропы. Начинает бить Лину. Лина будет, скорее всего, умирать. Умирает Лина. Также там есть... Начинает ультовать Бейн в Андайнга. Кастуется ультимейт Санкинга. И умирают три героя. Я Учихи 13. Странно, почему не перетянулся Маткий Кинг. Только вот сейчас начинает делать ТП. Может, кого-нибудь догонит. Дает палку по Санкингу. Начинает бить. Убил Санкинга. Но, скорее всего, ему надо было немножко пораньше. Замес был очень длинным. ТП у него вроде бы было. Тролль, мид. Появились фейзы. Макака 5300. Скоро будет выход в саблю. Скоро она купит. Лич бегает с арканами. Покупает вардецкие. Бейн тоже бегает выход в арканчики. Сейчас купит... Андайн покупает книжечку, будет по XP чуть побольше. И выход в арканину. Так, в мид тпхается Санкинг. Бейн слипает Лину. Сейчас будет стан от Санкинга. Сразу же должна нажиматься ультимейт тролля. И, но клокер закрывает, начинает бить Лину. Лину убивает, начинает бить тролля. И тролль также будет умирать. Подходит Лич, ультимейта нет. И должны сейчас разойтись обе команды. Но нет, Санкинг дает стан, начинает с Бэйном бить. Бэйн убивает клокерка. И Лич. Лич не должен убивать Санкинга. Санкинг уходит. Маны у него нету. Выход будет Блингдагер. 1200 голды имеется. Андайн. Есть деньги на аркан. Манкинг пришел к морфу. Сразу же ему дал пару тычечек. И морф пришлось перекачаться. Санкинг дает... Стан в пол, прилетает сабля, можно идти драться или нет. У Бейна есть ультимейт и не хочет. Внизу Лина фармит, арканы имеются, ботл есть, два талисманчика. Котл, не покупая ни транквил, ничего, сразу же хочет через тапок выйти в Аганим. Купил пейнбустер, покупает вардецкий, покупает кларити. Сейчас себе это все дело будет вести. Тролль. Фейзы, Эквила, стики, рейндропы. И будет выход в масочку, Яшу, как в той игре. Морф фарме тоже колечко имеется. Но преимущество, в принципе, не сильно большое, как у Анима Империала. Каждую минуту по 1000 голды. Игра более-менее идет ровно. В Санкинга появится Блингдагер, и он будет просто в Соляново выигрывать драки. Так как команда... Учихи не будет покупать ранее БКБшки. И при этом Санкинг будет очень важную роль играть в этой игре. Тем временем умирает Морф.
через прокат с Брилли, Барт очень помог. Начинает, подходит Сан Кинг, дает стан, нажимает свой ультимейт, чайник кидается, умирает. Полетел чайник, нет крипочков, и Сан Кинг выживает, и сейчас будет умирать еще Лич, как же обидно. Минус 2 Сан Кинга в морфа, одного, в принципе, размен хороший. Сан Кинг уже очень быстро, быстро приближается к Блинкдайверу. Тем временем Манки Кинг с Клокер Комендантом убивает этого котла, но размен все равно в пользу Габлак Тим. Сан Кинг сделал дабл килл, и сейчас он с пачки крипов купит Блинкдайвер, и можно реализовать сверху. Глиф имеется, можно прожать, когда они будут ломать. До Блинка не хватает буквально 30 голды. Морф перебегается наверх, Вард стоит, его видно. Будет ли перетяжка на него, Кловерка 600 хитпоинтов, хукшота нет. Ломается Т2, и дефать будут или нет? Вот, летит Сан Кинг, без Блинка. Морф кидает ультимейт. Репликейт идет с репликейтом. Манки Кинг прыгает по деревьям, все видно. Сан Кинг дает стан по двоим. Хороший стан. Манки Кинг ультует. И Морфин повязал первый скилл. И сейчас будет, скорее всего, умирать. Или все-таки... Ой, как же отрегенился. Манки Кинг дает, какая хорошая палка. Сан Кинг дает стан. Но дается сон Андайнгу. Лина подходит. Можно убить тролля. Тролль умирает. И можно уже забирать всех стан по 3, но продолжения не будет. Тем размен 1 в 4, палка не попадает, заходит на Т3, можно сейчас стан дать, но... Ой, хороший стан, но поддержки нету, и спокойно отходит, можно добрать Т2. По нетворсам все же, те же 3-4, уже 5к нетворса, Лина подходит, пытаются бить... Морфа, но Морф ничего не может сделать. Клокверк передвигается, показывает руну регенерации, можно ей отдать Лине. Но у Лины очень большие проблемы, сейчас можно ее подцепить. До снач немножко не хватает, можно... Нет, она сбивает просто на развороте Байнай, можно сбрить быстро котла. Котл умирает, уже минус 2, можно догнать также Морфлинга. Морфлинг, стан не попадает, и Морфлинг уходит. Сан Кинг. Блинк имеется. Ой, эпицентр имеется. Нужно как-нибудь собраться пятером, нажать смок и пойти убить какого-то Манки Кинга. Он очень много имеет денег, артефактов, и надо что-то с ним делать. Ну и Сан Кинг вроде бы спалил свой блинк. Надеюсь, прочекали Учиха, и не будет какой-то там прям эпицентр по пятерым. Смока покупается Сан Кингом. Сейчас будет собираться... Габлоки вместе и идти делать дефать мид, как раз где они и находятся. Манкит Кинг летит уже в куре Лотар. Видели смог. Сан Кинг что-то понимает. Манкит Кинг его палит. И все, смог оборвался. Блинк не реализован. Бегает под смоком, но все, Учиха знает. И сейчас будут начинать бить Т2. Манки Кинг бежит под Лотаром, дается сон ему, дается тамба, но продолжения никакого не будет. Просто дается на защиту, сейчас будет просто забирать Т2. Тем временем Морф фармит вверх, будет выходить в линку. В принципе, стандартно, но не знаю, как ему линка поможет выиграть игру. Манки Кинг делает телепорт, летит на низ против тролля, дает тычки, 3, уже набил себе палку, дается... И не убьет, да, он потратил палку. Надо было Манки Кингу не тратить палку. Просто начинать его бить, и когда делать телепорт, сбить ему и убить его. Ошибка. Тем временем Лина убивает Сан Кинга. Умирает также, будет умирать Котл. Нет, Котл не умирает, 5 хп остается. Тем временем убивает Клокверка и Лича. Андайнг остался один. Тролль нажимает топорики и начинает его бить. Умирает... Также Лина от Морфа и размен 4 в 2. Также тут Манки Кинг прыгает и добрал с палки просто бедного котла. Размен 4 в 2. Денежки заработали. 2000 преимущества себе набрали в копилочку Габлак Тим. И неплохо. И также много получили экспы.
Морф выбрался вверх. И погнал. Я почти мертвый. Братан, живи, я с тобой. Сейчас чел на рак фуле. Ошибся, как я. Давай тут по Т4 и... Да, ребята давят по Т2, Т3, когда могут спокойно сломать. Получить денежки, пойти лезть по фарме. Но они просто давят и от вышки умирают. Бейн. Хотел отсон, не получилось. Коттл имеет пол аганима. Тролль имеет яшу, будет выход в масочку. Также снизу начинается драка. Сангин дает подкоп этому андайну. Ставится тамба. Но зря он поставит тамбу. Он просто сейчас подарит 100-200 голды Морфлингу. И Морфлинг уже покупает себе почти линку. Также можно сейчас подцепить лича, но лич просто отходит, кидает броню на Лину. Лина имеет блудстон, главное сейчас не умереть, а поубивать немножко. Коттл бегает с командой, Санкинг имеет эпицентр блинк, выход форстав, нажимается второй смог, надеюсь, Манки Кинг его не спали, заливается мономорфинку, и сейчас будет выход в вражеский лес, где вардо, кстати, нету. Лина идет с Бладстоуном, 12 штук. Клокер ставит... там Манки Кинг уже убивает двоих, эпицентр заюзается. Тролль начинает нажимать ультимейт, умирает Манки Кинг. Хороший чайник, очень хороший чайник. Убивает уже минус 3 команды Габлак. И будет умирать также Санкинг. Санкинг умирает, минус 4. И Морфлингу надо уходить. Морфлинг уходит, минус 4. Я уже думал, сейчас нападут габлаки, начнут убивать Лину, который был блудстоун, но нет, Лине повезло. Там Манки Кинг дал палку, убил бы их саппортом. Она набрала очень много блудстоунов. Будет тоже выход в Лотар. Вот, кстати, интересно, уже будет второй Лотар. Манки Кинг есть Лотар. Ну, в принципе, инвиза нет, но глиммер еще будет. Есть ли просвет у команды Габлак? Смотрим. У Котла нет, будет выход в Аганим. Бейн есть досты. Санкинг нету, тролля нету. И это не... То есть, одни досты. Но Бейн умирает, вот вы только что видели в этом замесе. Он умер очень быстро. Просто от палки умер, и надо еще много... Ой, повезло, этот глиммер спас... Нужно много просвета носить, потому что если Лина сейчас купит и не будет просвета, это пиши пропало. Стыд Рошан, никто из команды не хочет забирать, герои не позволяют себе этого сделать. Коттл, вот я уже наблюдаю за ним 3 минуты, и у него 400 голды. Он просто бегает, покупает варды, ставит, бегает, покупает варды. Он не фармит, ему надо, он хочет аганим сильно, но он покупает варды. Надо сказать другу, братан, Бен, покупай варды, я сейчас куплю быстро аганим, и сейчас будем, короче, дефать, хилять всех, все четенько. Но нет, он покупает варды, тем самым себе просто руинит немножко. Undying, выход в аганим. Через 300 голды уже будет аганим, и очень будет больно команды Габлака. Габлак ставится варды, видели... Та и та команда сейчас будет ломаться. Манки Кинг идет под Лотаром. Точнее, Лотар уже имеется. Видели. И начинает идти за троллем. Тролль. Имеется ТП. Есть и ТП. Надо делать телепорт. Хорошо. Клокер немножко не рассчитал с ракеткой. Мог бы кинуть куда-то в лес. Если попал бы, он бы дал бы хукшот. Убил. Его бы очень хорошо. Можно еще ли кому-нибудь... Возьмем. Я только проснулся, мне так плохо, но бери их как хочешь. Знаешь, кого не стоит брать, да. Уснул перед телеком на диване. Релакс. Элтриха. Возьмите демона, заебал он пиздеть монотонно. Братан, я могу... Ну, говорите, я буду говорить как пиздеть, как пиздец. Могу начинать уже... Сколько времени? Уже 22:50. Уже все спят, 11 зрителей, спасибо большое. Морфинг уже покупает линку. И сейчас будет выходить в Эзериал. Тем временем Лина находит Бейна, начинает бить. Минус Бейн, 17 заряда блудстонов, имеется Лотар. Есть также у него регенерация. Импурчик. Импурчик, да, здравствуйте. Базарю, окей. Лич купил Глиммер Кейп. Андайн Аганим. И сейчас будет очень больно. Команда Габлак. Тролль что-то купил в Курелити, ты не знаю. А, Саша Яша, Санкинг. Блинк, форстав. И наконец-то Keeper of the Light почти купил себе аганим. И что тут, больше ничего интересного.
Учиха 13. Лич. Урный Глиммер. Клокверк Блэдмейл. Выход в Фарстаф. Манки Кинг Сильвер Эйч купил. И сабля имеется. Андайн Хаганим. И Лина 17 зарядов на Бутстоуне. Лотар. И в ботле есть регенерация. Можно сейчас кого-то побить, покидать скиллы. Ученик всегда превосходит учителя. Ты дебик. Захватили чат? Да, братан, спасибо, захватили чат. Ломается Т2. Будет заход, скорее всего, на Т3. Котал дефа, не хватает ему совсем 500 голды. И будет сейчас... Надо передвигаться уже на базу. Морфлинг ломает мид немножко. Маккинг уже начинает бить Т3. И... Поломает ли? Да. Скорее всего, поломает. Поломает спокойно, не дерутся габлаки. Уже начинаются ломаться бараки. Бейн умирает очень быстро. Маки Кинг сломал барак. Все, можно отходить, но они начинают агрессировать. Минус Котал. Ох, минус уже голос. Так, минус Бейн, минус Тролль. Эпицентр кастуется, но уже вся твоя команда сдохла, братан. Тем временем Морфинг ломает Т3, типа хочет разменяться сторонами, летит сюда. Тупо, смотрите, Андайн, которого сяганим, который сейчас просто 3000, братан, есть стики, есть шрайн. Морфинг уходит, Маткин Кинг тоже начинает уходить, Сан Кинг байбекнулся, 4 байбека юзаются. И надо сейчас догонять, ловить всех просто. Ну, Лич, что такое? Да, убью, хорошо, но Маткинг ушел. Нет, Маткинг палится, можно его убить. Лина под инвизом. Лина может сейчас быстро сбрить котла. Убивает котла, хорошо. Маткинга не словили, и это плохо. Показать итоги. Но там было 4 байбека, это неполный файт рекап. И очень печально. Уже 10к нетворса. Чисто эти три Лёха. Ха-ха-ха, чё он читает, шок. Ебать, видел пост в группе. Да. Ребята, сколько переписываются. Так, Имперчик, Каолин. Потом еще братан. Все, спасибо, ребята, я все читаю, я все вижу. И наблюдаем за этой интересной игру. 4 байбека было проюзано. Сторону сломали. Морфинг старался сломать... сторону, прилетел онлайн, помешал ему, сломал Т3, можно поломать шрайны, выход у него будет в Эзериал, будет пытаться кого-то с Танкингом быстро сбривать, того же самого Манки Кинга, который не покупает БКБшку, Лина, ну Лина покупает себе Линку, Котал, Аганим, 27 минута, скоро будет, ребята, скоро будет, помните, было 4, ну ладно. Хай старается, самый нижний нетворс, надо было ему фармить и покупать варды, был бы уже Аганим, был бы и фарстаф, уже просто в соль, он просто дефал бы. Лина, 21 уже заряд, имеется тревела, выход в линку, и Рошан стоит, еще ни разу его не забрали, надо его забирать. Не знаю почему, но он очень смешно. Ага, начинает забирать Учиха 13 Рошана. И к нам присоединяется... Алекс Кубовский! Йоу! Е-бой! Окей, что тут происходит? Интересно, ребята бьют Рошана, и, скорее всего, они его заберут. Команда Дайр не успевает просто-напросто ничего сделать, потому что... Просто потому что они ничего не успевают сделать. Лина подбирает Aegis of Immortal, и Морф забирает башню за 200 голды. Как минимум. Как минимум, Е. На самом деле, я просто не знаю, что еще сказать. Я просто присоединился посередине трансляции. У команды Radiant больше 10 тысяч золота в преимуществе, как минимум. И что тут еще сказать? 10 тысяч преимущества в золоте, это как минимум на 2, ну, по 2500 на каждого, ну, практически на каждого человека, кроме суппорта, да? 2500, что это такое? Это форстав, как минимум, да? Да. Вот. Блинкдагер. Блинкдагер.
Морфинг сейчас агрессирует, хотел убить быстро Андайна и умирает. Морфинг, да, умирает тут в любом случае. Лину тем временем убивает Аегис, и был уже юзанный эпицентр. Котл задувает, но дня нету, не захилится, умирает Котл, Морфинг смотри, умирает. Смотри, Бейн кинул в сон Манки Кинга, но это ничего не помогло, потому что как раз таки Клокверк забрал именно этот сон. Да, хорош, умеют ребята уже играть, заходят на Т3, ломают вторую сторону. Тут уже стороны нету. Ага, понял. Они 4 байбека провязали, и байбека, в принципе, никого нету. Кроме Лины и Андайнга. Ну, это, опять же, команда Radiant, поэтому... Учиха 13. У Лины уже нет байбека, ты посмотри. Байбек есть только у Лича и у Андайнга, все. Это реально все. Ну, уже сломали вторую сторону, сейчас, скорее всего, пойдут наверх. Морфинг сейчас появится, есть Эзериал, может кого-то клацнуть. Санкинга нету эпицентра, есть станчик. Котл может уже задувать. Уже, да, уже задувает. Санкинг стан, и Котл сразу всех раздует. Морфинг может дать проказ по Клокверку, я не понимаю, на самом деле, зачем Клокверк сейчас сделал... Коги, зачем он сейчас это юзнул? Это было довольно странно. Сейчас подкоп сделал Сэнкинг туда-сюда. Убил Лина того же самого Сэнкинга. И что? Что сейчас? Сейчас ни у кого из команды Дайр нету байбека. Сейчас заветные будут три буковки. Две буковки. ГГВП. Это четыре буковки, чувак. ГГВП. Ну, ГГ, ладно. Бьются габлаки, не получается. Кстати, ничего. Кстати, только что Бейн просрал свой ультимейт на Андайнга, но, видимо, это не было зря, потому что... Минус 3, да, размен 1 в 3. СНГ, Дота. В любом случае, у команды Radiant 12 тысяч преимуществ в голде. Это реально очень много. Но сейчас, хорошо, убили только что Лича. 11 тысяч преимуществ в голде. Это все равно много. Тем более, что у команды Дар нету двух сторон. Очень сложно будет им дефать. Морфлинг. Ну, в принципе, герои позволяют себе дефать, но... Да, герои позволяют. Тут никаким сомнением... Как бы дефать, но надо выходить их ломать как бы врага, но выйти, когда тебе две стороны сломаны, очень-очень сложно. Согласен полностью. Лина идет по лотарам, заканчивается и не успевает. Должен был тролль увидеть, что там стан был, и должны подозревать, что тут вар стоит. Но, скорее всего, он ничего не пропикал, может, или сказал. Да, он начинает пикать, что там вар стоит. Бэйн уже синтряк купил, идет раздавардить. Санкинг имеет фарстав, блин, будет выходить валибарду, которая, кстати, у Маки Гинга нет. И что немаловажно, он имеет, что Санкинг имеет в инвентаре дасты. Да, я отмечал, что... Матки Кинга Лотар есть, у Лины Лотар, надо вот как минимум, чтобы смотри, вы бейна... Смотри, в сон кинули Клокверка. Забирает сон Андайн, идет искать, кидает ракетку. Хукшот, нет, уже все давно под своим ХГ. Довольно интересный никнейм, антимаг равно луз до крипов. Но антимага нет, поэтому... Луза до крипов как минимум точно, ну, как бы тоже нет. Так, у Санкинга есть ультимейт. У него должен сейчас что-то проюзать. Как-то ему под смоком ага, подойти. Ага, ультимейт, смотри. Monkey King юзает ультимейт для того, чтобы просто-напросто забрать вот, таур. Юзает ульту. Прыгает. Стан в Лину. Monkey King бьет. Стан по двоим. Минус Клокер Клич умирает. Умирает также Бейн и Сан Кинг. Тролль бегает под БКБшечкой. Лагуна ой-ой-ой-ой-ой, какая лагуна? Ты это видел? Просто лоб в лоу хп. За всю боль просто на... Также умирает, скорее всего, тролль, которого бейбека. Ну все, тут, по-моему, ГГ. Тут реально ГГ. И good game, well played. Да, тут как раз-таки ребята пишут с команды Dire ГГВП. Тут, по-моему, действительно все ясно. Тут у команды Dire нет ни одного байбека. Ничего у них просто-напросто нет для того, чтобы защитить свою территорию. И поэтому ГГВП, ребята. Отлично сыграли, спасибо. Андайн ходит по базе и бьет всех ручкой.